Юля, родная, не пора ли тебе спать? А праздник? Праздник уже прошел. Ты что, не заметила, что у нас был праздник? Какой праздник у нас здесь был? Ведь Габи у нас институт закончил. Какой праздник? Ну что же, в конце концов, происходит в этом доме? Значит, праздника уже не будет? Нет, Рубен. Нет. Но все же спасибо. Спасибо вам всем. И при чем здесь праздник? Главное, что мы вместе, все вместе, навсегда. Что бы ни случилось, мы всегда вместе. И это самое главное. Поздравляю тебя, Габи. Подарок за мной. Когда-нибудь и я выучусь. Когда-нибудь и я тоже получу диплом. Как ты? Как ты, сестренка? Я обязательно выучусь. Конечно, конечно. А теперь надо спать. Поздно уже, пора спать. Пойдемте. Благослови маму. Да благословит тебя Бог. Да благословит вас всех Бог, деточки мои. Не плачьте, не надо плакать. Ну, идите спать. Значит, выходишь замуж, кузина? Хочешь, секрет открою? Только никому не рассказывай. Незачем это. Для меня все это прямо как сон. Поверить не могу, что теперь мы всегда будем вместе. И что разлучаться мы теперь с ней никогда не будем. Я просто не могу поверить в это. Ну, конечно, не будете разлучаться, особенно по ночам. По ночам-то вы после свадьбы уж точно разлучаться не будете. Тише. А то откуда же дети возьмутся? А ты знаешь, откуда они берутся? Что с тобой, Ильяна? Что с тобой? Что случилось? Ильяна, что с тобой? Ильяна, пожалуйста, ответь мне. Ильяна, что с тобой? Да скажи же что-нибудь, мама, ну скажи. Что я могу сказать? Что я могу сделать? Можешь, мамочка. Только ты и можешь. Кто же еще? Только ты можешь вытащить нас из всего этого. Только ты. А мы все поможем тебе, не бойся, мамочка. Не надо. Я не знаю. Я не могу его выгнать. Не могу. Но почему, мама? Женщине всегда нужен мужчина рядом. Ну зачем тебе нужен такой, как Рамиро, мама? И не нужен тебе, мама, никто. Ты ведь у нас... Ты у нас такая женщина. Ты ведь сама себя сделала. И зачем тебе все эти мужики? Ты без них обойдешься. Ну скажи, ради Бога, мама. Разве я не права? Доченька, все так. Все так, родная. Но они нужны. Дети-то у меня от них. Любовь мужская. Тоже они... Это и я, и вы тоже. И Рамира? И Рамира, мама? Мама, скажи. Скажи, ведь с каждым днем все хуже и хуже. Терпеть этого Рамира здесь мы просто уже не можем. Мамочка, скажи, ради Бога, тебе что, все равно? Все равно, что с нами происходит? Мама, скажи, мы для тебя ничего не значим? Нет? Кончай.
Ты слишком круто взяла. Пойми ее, мамочка, ради бога. Габи сейчас очень плохо. Сегодня столько всего случилось. Рамиро ведь уважал здесь только Габи. Только Габи. Он и сейчас ее уважает. Нет, нет, после всего этого нет. Теперь он способен любого из нас убить. Или тебя. Да и мы можем убить его. Ну пойми ты это. Ты же сама все видела сегодня. Ну что ты, мама? Что с тобой происходит? Откуда у тебя такая привязанность? Знаете, женщина должна быть с мужчиной. Всегда так было. Семья. Только не я, мама. Мне их не надо. Зачем они мне нужны, если они творят такое? Ну зачем? Скажи на милость. От мужчины я никогда не буду зависеть. Я буду зависеть только от себя самой. Вольной птицей буду. И никогда, никому ничего не буду должна. Никогда, мама. Поверь мне, мамочка. Я твоя дочь, но на эти штучки я не клюну. Дай-то Бог, доченька, дай-то Бог. Но плоть слаба, а сердцу ведь не прикажешь. Вот и попадаемся мы так, дуры. Но такова жизнь. Что тебе еще сказать? Чувство, это чувство. Нет, нет. Ни одному мужику я не подчинюсь, ни одному. Ни одному, мама. Никого из них я к себе не подпущу. Никого. Клянусь тебе в этом. Никто мне не нужен. Никто. Люблю тебя, Рикардо. Люблю. Скажи, что и ты любишь меня. Ну скажи. Скажи, что любишь. Нет. Нет, ты не любишь меня. Не любишь, Рикардо. Не уходи от меня, не надо, не уходи! Нет.